Следующее воскресенье после Пасхи носит название Антипасха. Слово «анти» в последующем, в следующие века словоупотребление, оно приобрело такой антагонистический характер. И поэтому многие могут подумать, что антипасха – это нечто противоположное. Не воскресение Христа, а наоборот, его прекращение этого воскресенья. Но на самом деле по-гречески это просто вместо Пасхи или альтернативная Пасха. Потому что это следующее воскресенье. Тоже воскресный день, в который празднуется пасхальный праздник. Вообще все пасхальные праздники празднуются до праздника Вознесения, то есть в течение 40 дней. В эти дни в церкви служится пасхальное богослужение, поется пасхальный канон, возглашаются призывы «Христос воскресе», на которые люди отвечают известным откликом «Воистину воскресе». И также люди поздравляют друг друга с этим праздником, поздравляют приветственным целованием, поздравляют обменом пасхальными символами, в число которых входит также обмен пасхальными яйцами, означающими собой торжество жизни над смертью. И поэтому все это время от праздника Пасхи до праздника Вознесения есть время торжества, пасхального настроения, время переживания этого праздника, и антипасха является одним из моментов, одним из знаковых дней этого празднования.